Пандемия коронавируса не только нанесла ущерб здоровью людей во всем мире, но и экономике. ООН призывает поддержать Международный валютный фонд, которому, в свою очередь, было предложено помочь инвесторам не оставить в стране развивающиеся государства и страны со средним доходом, облегчив им долговое бремя. В противном случае, по мнению генсека ООН Антонио Гутерреша, мировой экономике грозит глобальная рецессия. Кризис унес жизни и источники заработка и нанес беспрецедентный ущерб экономике, особенно в странах и регионах, наименее способных справиться с ним. И это именно тот кризис, для которого был создан МВФ, чтобы поставить шатающиеся экономики на ноги. Страдают также и развитые страны. В Великобритании пандемия поставила под угрозу тысячи рабочих мест в индустрии организации мероприятий. Разочарование в том, что мы отрасль, которая часто проводит мероприятия для других людей, например, благотворительные, а теперь мы просим поддержки и инвестиций. Когда мы сможем вернуться к живой музыке и мероприятиям, я не знаю, какая там сложится ситуация. Я хотел бы, чтобы люди, бизнес поддерживались, чтобы у меня было профессиональное будущее. В Барселоне тысячи молодых врачей продолжают забастовку, требуя улучшения условий труда и увеличения количества выходных дней. По их мнению, кроме ежедневных аплодисментов с балконов и публичных благодарностей, власти до сих пор не решили старые проблемы в секторе здравоохранения. Именно во время пандемии мы увидели, насколько мы необходимы. Мы выполняли обязанности, для которых нас даже не готовили. Иногда совершенно одни, принимая решения, несопоставимые нашим возможностям. Я не знаю, получаем ли мы сейчас достаточную поддержку. Все чаще политики пытаются найти ответы, как во Франции, где правительство анонсировало дополнительные меры по оказанию помощи владельцам баров и ресторанов и других предприятий. Тем не менее, гнев продолжающих нести огромные убытки предпринимателей растет, который может вылиться в национальную демонстрацию.